Как известно, рыбные запасы Камчатки буквально неиссякаемы, причем лососевых здесь больше всего. Помимо того, что они обладают деликатесным мясом, их ценность еще и в икре. Это еще одно несомненное сокровище Камчатки. На выставке продажи икра и рыба камчатская состав этого деликатеса натуральный. Только, собственно, сама икра и соль. Этим явство и ценится гостями ярмарки. Реклама прошла, что более естественно, чем баночка, поэтому я решила приехать сюда купить. Она полезна, аминокислотами омегой. Чтобы полностью насладиться не только пользой, но и вкусом икры, ее необходимо подавать к столу холодной. При намазывании на хлеб икру кладут на сливочное масло, которое дополняет и оттеняет изысканность ее вкуса. Вкус красной икры становится еще благороднее при сочетании с авокадо, креветками, свежими огурцами. Интересное сочетание возникает с персиками. Красная икра из Камчатки – великолепный деликатес, имеющий разные варианты вкуса и вида благодаря многообразию пород лососевых рыб в регионе. К ним относятся полюбившаяся рязанцами чавыча и белорыбица. Эти виды рыб можно найти на выставке продажи до 26 декабря. На выставке продажи икра и рыба камчатская можно продегустировать любую рыбу или икру, попробовать ее и, если понравится, приобрести. Кроме того, на ярмарке представлены палтус, омуль, муксун, нерка, зубатка и многое другое. О пользе морской рыбы можно говорить бесконечно. Она подходит людям любых возрастов, рыбка питательна и считается диетическим продуктом, так что лишние килограммы обойдут фигуру стороной. Замороженной рыбы здесь не увидишь, все только свежее. Закуски превосходного качества приезжают в Рязань прямо с Камчатки. Рыбка на выставке продажи очень сочная и нежная. Здесь представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» ждет всех рязанцев и гостей возле входа торгового центра «Премьер». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».